сегодня в Москве, похоже, тот день, которых так боятся водители. Резкое похолодание, снег, летняя резина и вечер пятницы. Такое удачное стечение обстоятельств, конечно же, отразилось на ситуации на дорогах, где помимо спецтехники, которая выехала противостоять метели, еще и автомобилисты, которые спешат домой и на даче. По данным Яндекса, сейчас в Москве пробки пока 6 баллов, но самое неприятное, что не едут кольца, Бульварная, Садовая, 3-я, МКАД. Так что советуем запастись терпением и постараться не нервничать.